Всем привет! Сегодня с вами я, Тая Бчелаев. Сегодня я буду открывать... Ну, точнее, я уже открыла, потому что я вас пригласила видео, а то у меня выскочило недостаточно памяти. Вот такой вот видео. Да, упаковка из взял, которую я уже сняла. И сейчас все буду показывать. Сейчас я сначала это все расставлю. Есть такое платье. Похоже на ковбойское платье. Еще есть такие туфли на высоких каблуках. У меня такие розовые шортики, очень красивые. И очень красивая рубашечка, которая тут снимается. Так она делала все из резины. Но, если честно, если бы не штаны, то она давно была балериной или спортсменом. Все тело из резины, даже одежда. Вот она так умеет поворачиваться, сворачиваться. Хопа-хопа. Такая вот причесочка у нее. Все очень легко снимается. Также у нее есть домик. Сейчас попытаюсь его достать. Она со стола долетела до туда же, до конца кухни. Вот так. Такая сетечка. Мини-ми, тут открывается, закрывается. Это не из резины. Кстати, вся одежда из резины. И теперь мы достаем самого милашку. И это Зойка. Посмотрите на глазки, посмотрите. Посмотрите на него. Такой милый хвостик. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Его как раз можно положить свою переноску. И он будет там спокойно сидеть. Но наш зайка проголодался. И мы как раз достаем ему комик. Комик, это, я не знаю, что это печенька, колбаска или корм какой-то. Пока зайка кушает, мы достаем ему второе блюдо. А точнее, второе блюдо для Лилы. Она будет есть мою корку. Пускай корм будет для нашей любимой кролечки. Давайте назовем ее Мими. Потому что она просто Мими. Потеряла. А то она так, это так отлетела. Давайте почешем нашего зайку. Это я щёсочка. Кстати, все вещи не из резины. Вот так хорошенько. И причесочку Лилы. Так она очень красиво смотрится. Давайте сейчас переоденем Лилу. Давайте снимем её костюмчик. Вот так вот. Сняли мы ее кофточку. Теперь снимем обувь. И снимем шортики. Так, да, ноги сейчас посмотрим, что ли она сделает шпагат. Она может. Только чуть-чуть не доделаться, но так она может. Лила самая гибкая девочка из Поли Покет. Не, ну я не знаю, потому что я... А если она стоит, ну все, не докажется. Девочка с очками, я не помню, как ее зовут. Самая умная, полиборки, самая красивая. А Лила самая гибкая. Не, ну что. Давайте не будем задерживаться. И сразу, как можно быстрее, будем надевать платье. Вот так вот. А делается оно не так трудно. Плохо одевается, но в принципе оделась, очень быстро оделась. Вот так вот. Она очень красивая стала. Настоящая леди теперь. Теперь обуваем ее. Обувь.
О, вот. Теперь она совсем такая. Ля-л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 я
просмотров. Ставьте лайки вверх. Подписывайтесь, если вы не подписаны. И пишите мне комментарии, если они будут отключены. Пока-пока. Видео будет еще много.